В музее Казанского университета открылась выставка новых поступлений. Фонду музея было передано 682 единицы хранения. Все подробности далее. Среди новых поступлений – коллекция личных вещей и документов Владимира Корчагина, выпускника геологического факультета Казанского университета, знаменитого писателя, автора романа «Тайна реки злых духов». В этом году мы получили таких 4 крупных коллекции этого нашего выдающегося физика Дмитрия Александровича Гольдгаммера, писателя, геолога, выпускника Казанского университета Владимира Владимировича Корчагина, доцента Института филологии и межкультурной коммуникации Людмилы Сергеевны Андреевой и нашего профессора, историка, участника Великой Отечественной войны Иван Михайлович Ионенко. Выставка новых поступлений музея Казанского университета является традиционной и ежегодной. Фонды музея пополнились подарками гостей университета из других стран. Каждый год в начале года мы демонстрируем нашим посетителям экспонаты, которые к нам поступали в течение всего года. В этом году в выставке новых поступлений приняли участие Музей истории Казанского университета, Зоологический музей гербарий имени Версмана, Геологический музей и Музей Казанской химической школы. На открытии выставки также присутствовала внучка Дмитрия Гольдгаммера Ксения Александровна, которая передала экспонаты в музей. Ей всегда приятно приходить в наш музей, видеть, что музей развивается. Она сама выпускница физико-математического факультета нашего университета. И она очень рада, что память о ее деде у нас сохраняется. Посетить выставку могут все желающие. Место проведения – предактовый зал Музея истории Казанского университета по адресу улица Кремлевская, 18. Время работы музея с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.